И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики, зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival Evolved все так же на острове. И все так же пытаюсь пройти ее. Желательно без смертей. В общем, сразу извиняюсь, если что-то буду где-то гнусавить и так далее, я чуть-чуть приболел. Как всегда говорю, летом легче заболеть, чем зимой. Ну, либо в любое другое холодное время. Из новостей. Я снова на одиночной карте. Потому что, заходя на локалку, у меня почему-то не хотело... Точнее, создавая хост локальной сети, у меня не поднималось. У меня сбрасывалась галка на, на поднятие Дина. И я не мог их поднять. Диплокауса я томил еще на... одиночки, поэтому там легко поднялся. Я с этим боролся, я не знал, что как где. У меня потом, короче, игра вылетела, и это я второй раз сейчас записываю. И слава богу, что вылетело. У меня там просто звук расслоился, раздвоился, и все, и беда. Там просто ужасно, короче, было переслушивать. И из хороших новостей я установил фриджер, то есть холодос. И теперь полимер у меня разлагается на атомы за 20 дней. Дней. Дофига сделал протухшего мяса, не с помощью чего-то, а старую добрую на размельчивание на мелкие стаки, то есть на единички. И дожидаясь, чтобы она все стухла. То есть как бы пока что хватает. Здесь у меня седло Аргентависа чисто для того, чтобы я тестил, а то вдруг может седло... Знаешь, уже как бы начинаешь всему верить, но нет. Установил генератор, теперь у меня мой станок работает полностью как надо. Здесь у меня сейчас я собираю ресурсы на алхимический стол. То есть мне не хватает там 83 полимера, цементной пасты, то есть как бы, ну, это камень. Ну, в общем, полимер это в зимку лететь, а камень тут недалеко добыть. Здесь у меня стоит печка. Установил из Savage мода печку. Она маленькая, вот, и бензин, кстати, жрет вообще очень-очень-очень слабо, это очень хорошо. Перевалил очень много железа и сделал генератор. Гриндер, господи, генератор. Вот. И, собственно, сюда закинем, потом перемолится все. Из того, что мне здесь нужно, самое необходимое, это сочная мякоть. Поэтому древесный сок обязательно пойдем. Я сделаю еще одну серию. Ой, обожаю этих людей, которые заходят в под видео. Что там, 12-й, что ли, был выпуск? Первый видос по арку, короче, первые видосы по арку, 12-й, что ли, выпуск, или 7-й, там, вообще какой-то мелкий, это, мелкая серия. И я там назвал, как добыть древесный сок. Ох, сколько там комментариев дебилёхоньких, типа, да ты не умеешь там снимать, да ты вот это вот всё, да, да господи, народ, ну вы чё дебил, там, типа, ой, прождал там полдня, пока это... Пока прочитал комментарий, ну, это, узнал, что, да как, да где. О, ужасно, ужасно, насколько люди тупые. Не в обиду, но, блин, реально, порой такие вопросы обескураживают. Фионку я, кстати, притащил сразу за кадром. Ну, я думаю, так и так, раз все равно это, то почему бы и сразу ее не притащить. Сейчас ее уцепим. И... Давай уже спать ложись. Вот. И стрелки отдай, спасибо. И начнем сразу же ее томить. Где у нас вот мажаберки? Да, я все еще до сих пор овощи не стал выращивать, потому что мне вот, собственно, фиомку нужна, а этом коллектор нужен. Мажабера. Где-то она здесь должна быть. Межаберхи. Межаберхи. Давай вот так вот. Все, пошла томиться. Сейчас скоро притомится. И будет у меня кокулях очень много, и все будет хорошо. То есть насчет у меня создаваться фертилайзер, там нужно будет серу перемолоть и так далее. Так что все просто будет офигенно.
Так вот, мне нужно будет добыть древесный сок, это будет не сегодня. Сегодня я пойду томить Дина. Дина это Анкила и Дедикурус. Дедикурус камень. Ну, сами видите, у меня постоянно проблемы с цементной пастой, поэтому Дедикурус мне нужен это камень. С хитином проблем нету, благодаря бензопилы. Бензопиле. Вот, прогрузилась текстурка. Вот, проблем нету, потому что с одного трилобита там по 500, по 600 хитина дропается, надо даже по 800. Так что проблем с этим нету. Хитин добыть. Поэтому мне нужен алхимический стол, чтобы быстрее все это дело создавать. Ну и анкилка это для металла. Я добывал кучу металла, поставил вот эту штуку и все, нету больше металла. Ну, как бы, по сути, это самое большое потребление металла я уже прошел, но анкилка пригодится. Так, и что еще? Ну и по сути все, то есть это все нужные мне диносы будут, а там дальше томить для файта с боссами. То есть это пойдут рексы, надо будет посмотреть видосы, как убивают боссов, чтобы уже как-то что-то где-то. И уже, я думаю, будем подготавливаться к боссам. А это означает в пещерке посетить. Я думаю, на каждую пещеру у меня будет по отдельному видосу. Ну, либо нет, не знаю. Ну, наверное. А, не, какой рекс собрался томить. Мне нужно двух саблезубов. Двух, потому... Почему саблезубы? Потому что у них есть седла. Почему двух? Потому что самка-самец это значит дополнительная атака и защита. И почему саблезубы, а не волки? Потому что у них есть седла. Собственно, да, я про седла и сказал первое. Все. То есть, как бы, ну, хотя, опять-таки же, волки, у них стая. Посмотрим. Посмотрим. Тут больше вопрос с левелом. Пока трендел практически притомил. Подождем чуть-чуть, дотомиться и уже пойдем на поиски анкилки. Так. Фиомочка притомилась. Седло, по идее, не обязательно, но... А почему бы нет? Ой, это что такое? А, фабрикатор. Вот, фиомка. По крайней мере, так будет точно легче ею управляться. Еду давать тебе сделаем. Потому что... Опять-таки же притомил 104, потому что ее только нашел. Ой, тут, короче... Откройся. Тут, короче, полетел туда. Никого не нашел. Там, ну, даже нашел много трилобитов. Еще хитина налутал. И жемчугом. Вот. Тут, короче, столько было всего, что просто ужас. Но, теперь, благодаря этому, слабонервных сразу... что там она? Азулбери. Так, Берри. Ой, господи, я бы еще бы помнил, как он обзывается. Да что ты скип-то, срань господня, не нажимаешься. Легче взять. Я реально забыл. Амабери синяя, Азулбери. А, Стимбери, господи, ядришь тебе, мадришь. А чё у меня с Тимбери всего 10 тысяч? Последний матч, блин. Не. А где у меня еще? А! Вот он где. Ой, блин. Обожаю делать вот так вот, потому что ненавижу, когда что-то портится. Так, все, погнали. Фиомку не отсвистел, блин. Не виси меня! Стой на месте. Так. Не, подожди. Я правильно тебя поставил? Вот, для этого мне нужен будет айтем-коллектор. Обязательно. Так, на посевочку всех, потому что здесь мне не нужно. И
Погнали, 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 погнали! Ох! Поэтому и говорю, слабонервным вообще лучше сюда не смотреть. Приятного называется аппетита. А что поделаешь? Что поделаешь, реально? По-другому-то никак, потому что нужно серу как-то добывать, а я вроде бы на острове не помню, чтобы была сера. Так, закидываем, включаем. Опачки! И хоть чуть-чуть серочки тогда добыли. Гриндайтом. Отлично. Немножко вернул. Вот. И снова. Вот прикинь, просто быть создан для того, чтобы срать. Ну, по-другому я это назвать не могу. Я реально... Ой, сколько тут всего. Эш ты, блин, в твою жопу еще заглянул. Вот, для этого мне нужна сера. Еп. Точнее, для этого мне нужно, чтобы создавать серу. О, 13 серы. То есть у меня 13 пропеллента, я уже смогу сделать. Нефть не проблема, остается только сочная мякоть. А сочная мякоть — это древесный, мать его за ногу, сок. Много сока. Очень много сока. Но это уже потом, потому что сейчас, как я уже сказал, мне в первую очередь нужно анкила, дирикурус. Поэтому ворота закрыть и лететь на поиски. А куда лететь-то? На поиски собрался. А собрался уже один такой на поиске. Где там синий обелиск? Эп. Где-то в том районе тусуется. Ну, анкилозавр 60-й есть. Кстати, да, не на синий, а на... Надо было на тег-терминал пехаться. Это центр карты. 60-й левел есть. И по идее, этого вполне мне достаточно. Но, чтобы случайно саблезубы его не сожрали, нужно будет отвезти его в безопасное место. Ну как безопасное место? Вулкан, конечно, не такое уж и безопасное место. Но. Но там побезопаснее, там хотя бы никого нету. Потасуется здесь. Вот где-то здесь. Так-то может свалиться. Ну, вот здесь тусуйся, короче. Нормас. Вот. Ну, по крайней мере, отсюда будет и искать быстрее и легче. И погнали еще поищем. Да уж. Но, с одной стороны, 64-й левел. Чуть получше, а с другой стороны, это последнее место, куда я уже собирался лететь. Думаю, уже если здесь нету, то точно без вариантов. Опять-таки же, да, там получается 60-й левел, здесь 64-й левел. И все. Вот реально и все. То есть других и нету. Ну, были мелкого левела, а вот других и нету. Это... Это ужасно. еще проблема то, что я вот сейчас здесь полетал, посмотрел других диносов, так паразавров парочку убил. И в чем проблема? Мне походу реально придется какого-то крупного диноса томить, чтобы походить здесь и позачищать территорию, чтобы ну, то есть, саблезубов повоевать и так далее. То есть, именно обновить спавн. Потому что маленькие левелы — это одиночкам. Сами по себе они... Ну, то есть, если это не сервер. Я почему на хост создавал, чтобы они немножечко сервер... Как сервер был, и немножечко оживало все это дело. Но беда. Беда, нельзя... сделать, у меня сбиваются настройки почему-то. Это тупость. Поэтому вариантов нету, приходится только так.
Ну, что поделаешь, что поделаешь. Летим, летим до дома. Ешкин кот. Не, ну это издевательство. Прикинь. Фёмка у меня на базе заспавнилась. Ну, практически на базе. Козлы, блин. Я её искал тут. Ну, добрых минут 15. Она у меня здесь заспавнилась. Ну, что за... Ну, и от раптора надо избавляться. Мне они здесь не нужны. Бегает, что-то нападает на всех. Ух, ужас. Притащил он килку. Без происшествий. Единственное, что было вот это вот. Возня с раптором. И не более. Ломает все. Благо все на пассиве стоят. Сейчас побежали бы. И спать. Да. Сейчас закинем сюда. Томиться. Межаберим. О, давай из фиомки как раз. Все они там точно нафиг не нужны. Ну, они там просто испортятся. Потому что у меня ж кормушка с межаберками. И погнали обратно. Только, кстати, обратно я могу сделать так. Так, стоять. Хоп, хоп. И так терминал. Хм, кстати, о спавне. Тиранозавр 64-48. Их здесь не было. Я вот здесь-то полетал, и появились тиранозавры. Прикольно. Ну, а тем временем я летаю и все еще ищу... Нет, 32. Просто интересно было посмотреть, какая здесь анкилка. И сейчас лечу в эту сторону, потому что обычно, если я томил... О, еще один. То это было всегда плюс-минус рядом с секвой, либо в секвою. Ну, лечу туда. Лень базу загружать. Поэтому лечу туда. Ну, не знаю, как насчет Эрикуруца, а вот мясца я тут налутал не кисло. Нашел барашка, и вот. Шкурка, мясцо, все хорошо. Троих. Троих нашел. И все трое 12 левел. Ну, то есть, это максимально, что я находил, 12 левел. Все. Это просто ужасно. Даже включил базу посмотреть, где они спавнятся. И, блин, да, где я искал, они там спавнятся. Но 12 левела. Яркость вырубить. Хотя нифига, я по лесам прилетаю. И ужасно. Кстати. Летать-то это хорошо. Ага, 76%. Очень крайне удобно. Нормально, притомиться и... этот не собьется. Ну, так вообще-то и должно быть. Даже на серверах, когда я играл, там только у кастроидесов, там жопа полная. Тут кастроидесов ненавижу томить. Но с новой функцией стега кастроидесов томить я вообще теперь не хочу. Да, прикольно поплавать, все вот это вот, но... Да, стега круче теперь. А не прям топ-1 вначале томить. Ну вот видите, вот маленький левелан. Это прям отвратительно. нету. Хотя их тут место спавна. Вокруг вулкана. Ну ладно, поищем еще. Если что, 12-го потомлю. Вообще пофигу. Опаньки. Опаньки. 68 левел. Офигеть. Я же говорю, вокруг вулкана. Блин. Я когда спускался, прям буквально какие-то миллиметры не зацепил. О, краснолуч. Краснолуч или белый? Реально, какие-то миллиметры не зацепил его, чтобы не заметить. О, это прям вот ужасно. Ужасно, когда вот так вот. Так, опять язык, что ли, переключился? Что-то у меня как-то это... Да, это красный. Перестали, вот я говорю, вот этот вот какой-то запуск вообще был ужасный.
то локалка отрубалась. Вот что за красный, мать его, за ногу лучше, а? Господи, прости. Ну что вот это вот? Ракетина. Даже седла обычные. Говно. Надо смотреть в настройках. Может, где что. Кто знает, пишите. Потом настройки изменю, чтобы уже на других картах мне не мучиться вот с этим. И может в настройках где-то что-то настраивается на поиск. Ну, то есть на лутание, господи, на поиск, все. На лутание хорошего, ну, чтобы в этих были хорошие дропы. О! Вы серьезно? Вот мать вашу! Не, ну тут прям конкретно спас чувака. А вот Тек-Раптора я хочу заводить. Ресурсы! Ну, электроника там, все дела. Так, посиди здесь. Так, да чтоб тебе опять язык переключился. Как он переключается-то? Дальний свет. Так, погоди, погоди, погоди. Ща-ща-ща-ща. Ох, там вас тут много! Ну окей. Похиляем моего аргентависа. Эй, говорю, похиляем моего аргентависа, козлы. Сожрали. Ну и ладно. Такс. А ну-ка, иди сюда. Ой, ты сейчас сдохнешь. Ну хорош, гнида ты лысая. Почему лысая? Потому что металлическая. Я же Тек завалил и подобрал. Эп. Ну так просто больше добывается. Это вся электроника, вот все просто клево. Так, теперь надо найти дедикурус, куда я скинул. Вот он, чувак. Самец. Нормас. Теперь до базы. Опять далеко лететь. Кстати, пока лечу, решил проверить, а уже все. Приручение завершено. Фух. Ну, осталось дедикуруса, реально притомить. И по идее все. Мне больше никто и не нужен. Добыча ресурсов, дела остается только боевых томить. Да, клево. Можешь, собака? Спрятался в панцирь. Пришлось лишь бинокль делать. Так-то по нему оглушение теперь хуже проходит. Но чё мне вот это, когда у меня стрел полно? Еще парочку стрел надо. Анкилка, да, потомилась, все хорошо. Отлично. Я не зарядил. Вот, уже неплохо. Уже, я бы так сказал, замечательно. Только стрелы верни. Ну, пойдет. Хоть какой-то кэшбэк. И ягодки. Классно. Так, сразу же к Тек-терминалу. На анкилочке. И оп, заметочка. 29 лолов, отличненько. Немножко выносливости качнуть. Здоровье не надо. А вот скорость передвижения надо. И много. А вот так-то уже лучше. Вес просто до этого качнул. Так. Вот это я уже понимаю. Добыча так добыча. А, блин, уже задолбался, блин. Это по мелочи, по копеечкам добывать. Только неужто из-за этого горшка не... точно из-за горшка не добывалось. Прикол. Вот теперь попрет. Только вот так надо. А ты серьезно? А точно, ты же еще можешь что-то делать. Тихо, 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 тихо. Я так честно очку
проверять, дамажит или нет. Ну, а вдруг дамажит? Чё ты нафиг? Подожди. Какого фига? Во! Шляпа какая-то непонятная. Ну, подбываем немножечко ресурсов в свое удовольствие. Кстати, камень тоже нормально добывается, но не так сильно, как хотелось бы. Учитывая, сколько мне нужно будет всякой цементной пасты и так далее. Что? Еще до сих пор не понимаю, как это иногда работает. Так, погоди-ка. Здесь же пройти могу? Могу. Но страшно! Просто жуть как. Ну честно, страшно. Такое ощущение, что сейчас поджарить. Клево. Да, уж смотрю на добытое количество камней и думаю, а нужен ли мне Диди Курус? Здесь металла столько же, как и камня добыл. Плюс еще откуда-то редкий цветок добывается. Ой, да ладно, ты с обычной травы редкий цветок добываешь? Блин, надо будет около дома проверить. Если вот так, это офигеть просто. То есть, стега и анкила. Вот все, что мне нужно будет. Клево. Клево. Еще раз. Клево. Офигеть. Ну реально, камня он дофига добывает. Раньше анкилка не так много камня добывала. По крайней мере, по ощущениям, так оно было. Прям не так много камня добывало. Кстати, да, я тут еще один сундучок пока бегал, еще один сундучок нашел, еще немножечко прокачался, так что вообще огонь. Сейчас просто боевая машина. В плане добычи ресурсов. О, кто-то уже отдобывал свое. Да? Цветочков, смотрите, сколько много. Это все выкинуть. Угу. Ну, просто вес себе немножко освобождаю. Или здесь редкое растение, цветок с редким, точнее, растение, откуда дропается редкий цветок, растет. Либо реально он еще и добывает редкие эти цветки. Около дома проверим. Нет. Это просто там такие травы, где откуда дропаются цветки. Потому что он сколько всего налутал, и как бы ничего. Ну, это сейчас туда сложим. Но в любом случае, смотрите, как эта турмашина бегает. Просто офигенно. И, кстати, вот это вот на ускорение не работает. Что седло, походу, дело не работает на ускорение. Я не знаю, в чем беда. Может, это из-за того, что локалка, может, что-то в настройках отключено у меня, либо еще что-то. Но отсова же, что генератор, получается, и не мог запустить. То вот эти вот на ускорение тоже не мог запустить. Не знаю. Но в любом случае 50% томится. Все, огонь. Практически притомился. Серия уже близится к 30 минутам. Ну что, я думаю, я, наверное, за кадром уже притомлю. Дирикурус, анкилозавр, Фиомия. Сегодня прям день такой был. Офигенский. А в следующей серии уже пойдем набирать этот сок древесный и уже думать, что будем делать дальше, потому что там уже нужно будет искать саблезубов либо каких-то других диносов боевых. Ну а я на этом уже с вами буду прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, на конечно делиться моими видео с своими друзьями. Это все, всем удачи, всем пока, всем счастливого и добра, всем пока.